Добрый вечер, уважаемые телезрители. Православная программа «Святогреши» рада приветствовать вас в прямом эфире в студии Елена Бурдейна. Сегодня у нас в гостях Ольга Мамонова, прихожанка храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово. Ну, я надеюсь, наши постоянные телезрители прекрасно помнят, что мы вместе с Ольгой по благословению наместника Николо-Угрешского монастыря, игумена Варфоломея и протоиерея Кирилла Калиды, настоятеля храма новомучеников и исповедников российских, вот начали такой цикл, посвященный исповедникам 20 века. Вот несколько передач прошло, а сегодняшнюю тему, Оля, мы посвятим святой преподобной мученице Елизавете Федоровне. Ну, вот это удивительный человек, внучка английской королевы, немецкая принцесса, русская великая княгиня. Человек удивительной душевной и внешней красоты, о которой и сказано много, и снята передача. Но вот нам очень захотелось сегодня тоже присоединиться и вот подчерпнуть вот этой какой-то радости духовной вот из этого такого живоносного источника. Ну, а тем более повод у нас такой замечательный завтра, 1 ноября, день рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. Кстати сказать, вот Господь нам, наверное, Оль, вот, я надеюсь, ты со мной согласишься, посылает нам такие совпадения, ну, как бы в кавычках мы это говорим, для, наверное, нашего укрепления. Вот так случилось, что уже... что 31 октября, вот ровно в этот день, в 1919 году, в храме на кладбище в городе Алапаевске было совершено отпевание людей, которые погибли вместе с княгиней. И 1 ноября же крестным ходом на руках гробы были перенесены в центральный кафедральный Свято-Троицкий собор города Алапаевска. То есть, ну вот нам просто никак было невозможно без этой темы дальше продолжать наш цикл наших передач. Да, в этом году, 11 октября, празднуется столетие со дня поднятия мощей из шахты под Алапаевском. Столетие. И еще 31 октября, в 1981 году, Елизавета была прославлена Русской зарубежной церковью. То есть у нас очень много таких, много дат, да, таких дат замечательных, которые служат поводом, чтобы обратиться к этому образу. Когда мы говорим о Елизавете Федоровне, то... сразу, наверное, можно сказать, эпитет «красивая». Оля, на секундочку. У нас есть такой небольшой ролик, где фотография вот Елизаветы Федоровны. На ее красоту. Я думаю, что мы будем смотреть и вот рассказывать, потому что ну, это удивительный человек, удивительное лицо, на которое просто невозможно, наверное, оторваться. И можно смотреть и смотреть. Так что мы показываем небольшой ролик и продолжаем говорить. Да. Все мы родом из детства, потому, говоря о Елизавете Федоровне, она родилась в 1864 году, 1 ноября, в семье английской принцессы Алисы, дочери королевы Англии Виктории, и гессен-дармштадтского принца Людвига IV. В семье были счастливые отношения, было несколько детей, и Елизавета была второй. Ждали мальчика, но родилась такая красивая, здоровая девочка. И родители говорили, что даже всех других детей мы уже сравниваем с Елизаветой. Девочка с детства отличалась такой тонкостью натуры и внутренней религиозностью. Ну, например, она в детстве никогда не рвала своих неудачные картины, которые она рисовала, она их хранила. Ее тонкость проявлялась и в том, что когда мама в 9-летнем возрасте взяла ее в больницу, гессен-дармштадтское герцогство было довольно бедным, надо сказать. Алиса, мама Елизаветы Федоровны, она была таким человеком тоже религиозным и милосердным. И часто посещала больницы, а девочки, ее дочки старшие, ставили больным такие в красивых вазах цветы. И один раз маленькая Элла, так ее звали в семье, увидела, что раны такого раненого человека, которого перевязывали, и она была очень впечатлена, и мать решила ее больше не брать с собой в больницу. На что Елизавета отсказала ей: «Мам, ты знаешь, я вчера уколола сильно булавкой палец, была кровь, но я понимаю, что я претерпела малое, что Бог может послать больше испытаний, но я смогу это претерпеть, лишь бы душу никто не повредил».
То есть вот с детства была такая вот ее внутренняя какая-то сосредоточенность. А мать еще вспоминает такой случай, когда 9-летняя Элла что-то говорила своему младшему брату, трехлетнему Фридриху. И когда мать прислушалась, то вот такой диалог услышала, что Элла держала яблоко, а Фридрих уже половину яблока съел. И она ему говорила: посмотри, посмотри, оно уже никогда не будет таким, как прежде. То есть вот такие философские мысли она пыталась донести, что все бренно, своему трехлетнему братику. То есть, несмотря на это, она была такая грациозная, красивая, много рисовала, очень любила рисовать цветы. Это осталось у нее на всю жизнь, она рисовала цветы. То есть в ней вот была и такая серьезность, и в то же время такой веселый, энергичный, иногда даже говорят, немножко упрямый нрав. Хотя в целом про нее все почти говорили, что в ней нет эгоизма. Вот с детства такое отмечали даже родители. Но эту душу тоже постигли переживания и трагедии. Сначала разбился на глазах матери маленький брат, а потом, когда Элле было 14 лет, ее мама умерла от дифтерита, ухаживая за детьми. Одна Элла тогда не заболела, все остальные дети болели. И вот умерла малышка Мэри, Мария, и Алиса, мама ее умерла. Конечно, это была такая трагедия. И после этого она очень повзрослела, заботилась о младших. Она заботилась очень о своем брате Эрнсте и о Алисе, о младшей сестренке, которая впоследствии стала Александрой Федоровной, императрицей российской. А вот, как бы, вот такие вот испытания она вынуждена была претерпеть. Надо сказать, что их воспитывали, я уже говорила об этом, когда рассказывала об Александре Федоровне, в строгости. Сами камины разжигали, сами убирали комнаты, спали на жестких кроватях. Вот так вот, да, посещение больных, вот мама возила ее. То есть как бы вот это английское воспитание, когда все было расписано по часам, Элла прекрасно шила. То есть вот, когда она, конечно, уже прибыла в Россию, увидела роскошь императорского дворца, вот, как бы она все, наверное, оставалась той же Эллой, которая была воспитана довольно строго и такая была сострадательная. Оль, так удивительно, вот две сестры, да, Александра Федоровна уже вот в крещении и Елизавета Федоровна. Вот они абсолютно разные, и в то же время судьбы во многом у них повторялись. Да, потому что они обе разделили свою судьбу с Россией, и с любовью к ней, с революцией. Они действительно были несколько разные, потому что Элла была все-таки довольно открытым человеком. Она всегда улыбка очаровывала. К людям шла, она всегда открыта. Она шла к людям, и она была с ними предельно честна. То есть это не была какая-то лицемерная или светская улыбка. И она желала того же своей сестре Алисе, когда та стала императрицей. Но Александра Федоровна была другого нрава. Надо сказать, что ей ведь и материнского внимания досталось меньше Александре Федоровне. Да? Елизавета Федоровна все-таки до 14 лет была с матерью. Они были разные по характеру. Интересно, что вот Елизавета Федоровна не имела своих детей, но она тоже смогла стать матерью. Вот материнство ей было глубоко присуще. Если мы перейдем теперь как бы к такой важной части ее жизни, как замужество, и скажем, что Елизавета Федоровна остановила свой выбор на Сергея Александровича, это был дядя Николая II, хотя ей предлагали... Это именно Елизавета Федоровна, ее был выбор. Да, это был ее выбор, она думала больше года, он ждал. Ну, конечно, она никогда не пожалела о своем выборе. Ей Вильгельм II предлагал руку. Но, говорят, он был довольно эгоистичный, холодный человек. Она сразу ему отказала. А Сергей Александрович написала: «Чем больше я его узнаю, тем больше я его люблю». А английская королева еще думала выдавать или не давать, потому что она знала, что революции, вот как бы в России такие бродят вот эти революционные идеи. Но Элла была непреклонна, в чем-то она была очень твердой. Элла, несмотря вот на какую-то мягкость и женственность, и стыдливость, и грациозность, это был человек с очень твердым характером. Она выбрала Сергея Александровича. Существует такое предание, что Сергей Александрович бывал в гостях в Дармштадте, потому что его мама, Мария Александровна, она сама была тоже принцессой Гессен-Дармштадтской. То есть его мама была из Дармштадта, и он выбрал себе невесту из Дармштадта. И что первый раз он
почувствовал или услышал свою будущую жену Елизавету, когда та была в животике, что он присутствовал, когда английская принцесса Алиса носила второго ребеночка. Ему дали даже послушать, приложить ушко. Существует такое предание. Потом они виделись в детстве несколько раз. И вот все отмечали его образованность, культурность Сергея Александровича. Он и археологией занимался, и историей, прекрасно знал драматургию, открыл для себя вообще литературу Достоевского и встречался с Достоевским два раза. То есть как бы это был человек очень образованный, но она в нем оценила какое-то вот внутреннее благородство, она почуяла. Некоторые считали его даже несколько напыщенным, строгим. Кто-то писал о жестком взгляде. Но это было все просто вот такой... Это был союз по любви. Это был союз по большой любви. Да. Вот опять, уважаемые телезрители, у нас есть возможность еще посмотреть на вот этот союз, на эту пару Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича. А мы продолжим наш рассказ. Ну, это была действительно очень красивая пара. Он так грациозно за ней ухаживал. Когда она ехала в качестве невесты в Россию в поезде, каждый вагон он украсил белыми цветами. И он всю жизнь ее баловал, сам подбирал ей красивые украшения к ее платьям. И вот когда она уже была потом, забегая вперед, он стал московским генерал-губернатором, она первой леди Москвы, то... Вот в зависимости от того, какое у нее было колье, также украшались цветами залы, где принимали знатные гости. Но насколько было близко вот сердцу Елизаветы Федоровны? Вот вообще московская роскошь, она сумела с ней свыкнуться, сжиться? Значит, она сначала, значит, как-то было после такой вот скромности и экономии бедного гессен-дармштадтского герцогства, даже как-то неуютно. И она даже писала мужу, что когда она выбирает дорогие платья, что она чувствует какое-то чувство вины. Но он только улыбнулся. Он понимал, что она первая леди, что она должна быть красиво одета. Она сама рисовала эскизы к своим платьям. Про нее писала вот племянница Мария Павловна, которую она потом воспитывала, Елизавета Федоровна, что был такой прям, знаете, когда она готовилась к выходу, например, там, к вечернему чаю, и они принимали гостей, она принимала, Елизавета Федоровна, ванну с лепестками роз, потом ее одевали, потом она одевала украшения, и Сергей Александрович там приходил и мог сказать лучше вот другое украшение. То есть как-то, я хочу вам сказать, что вот, несмотря на эту внешнюю красоту и вот великолепие ее, да, у нее была огромная гармония вот в этой духовной красоты. Сейчас расскажу вам 2-3 случая, как это проявлялось. Один раз в Венеции, когда они путешествовали с своим братом Эрнстом, он сказал, что люди просто на рынке Венеции оставляют свои товары и идут посмотреть на нее. Во Флоренции, когда она тоже со своим мужем прогуливалась, один флорентийский простой, значит, человек, он остановился и сказал, идет Божья дочь. То есть вот Божья дочь название. Но это все-таки говорит о том, что они видели духовную красоту. И позднее, когда она устраивала благотворительные уже ярмарки, пришел пешком сибирский старик посмотреть. Просто мне говорит, доченька, теперь я тебя увидел. Он сказал, что тебе, дедушка, что ты купишь? Он сказал, ты мне сама, у меня денег нет, ты мне сама подари. И она ему подарила, дала еще 10 рублей. И он так вздохнул, вот так вот на красоту такую увидел, что да, я не зря шел. То есть вот красота ее внешняя и вот это блистательное положение, как принцесса, они, конечно, были высоки. Но ведь и цена, и как она жила, и что она делала, это просто тоже очень красиво и глубоко. Я уже сказала, что она стала первой леди в Москве, но кроме того, что она должна была принимать, как бы, они должны были давать балы и принимать гостей, она уже тогда вела благотворительную серьезную деятельность. Вообще, каким образом, когда появилась вот в жизни, ну не считая вот детские года, когда она вместе с мамой занималась благотворительностью, вот уже здесь, в России? Сначала в Ильинском, где они провели медовый месяц, она увидела, что просто много детей гибнут при родах, и она попросила выписать профессионального акушера. То есть вот она там уже заинтересовалась этим вопросом, стала помогать бедным крестьянам, и на Ильин день они большие ярмарки устраивали. И очень, конечно, поддерживали этим местное крестьянство. А потом уже в Москве, я сказала, что она не была, у нее не было своих детей, но она стала матерью многим. Ее заинтересовало то, что детей, например, отдают в приюты бедные женщины, именно потому что у них нет денег. И она устроила Елизаветинское общество, где поддерживала этих детей, чтобы они воспитывались со своими матерями. Потом она заботилась о женщинах, которые сидели в тюрьмах.
такой был вот тоже Елизаветинский комитет. И они когда приходили, она опять устраивала их на работу, чтобы они общались со своими детьми. Чахоточных женщин она поддерживала тоже, да, это их же лечили, и тоже надо было за детьми следить. Мы знаем все, что когда уже она стала настоятельницей Марфо-Мариинской обители, она ходила на Хитров вот, рынок, в такой, да, в район Москвы, который неблагополучный, был злачный, мы бы сейчас сказали, неблагополучный. Да. И авторитет ее был так высок, что ее называли матушкой, или там сестрой Елизаветой, и ей давали пьющие родители детей, и она их тоже устраивала. Вот, то есть как бы деятельность была огромная. Она ведь помогала и была меценатом художников, музыкантов. У кого-то покупала картины, кого-то вот прослушивала Сергея Александровича Есенина и этим давала, как бы они становились ее протеже, да, она могла замолвить словечко. Помогла тоже и Станиславскому. Вообще вот круг ее интересов и ее благотворительность очень широк. Знаете, у нее целый день был расписан от и до. То есть у нее было много комитетов, была Елизаветинская больница, она была председателем Московского Красного Креста. Вообще, как это вмещалось в одну жизнь, где надо было и блистать, и в то же время видеть вот эту боль, бедность, да, и трагедию Москвы, вот она действительно стала ее матерью. То есть ее материнство сбылось. Они хотели детей. Вот как-то у них было такое желание. Но Бог не дал, и это был очень гармоничный союз, удивительный. А вот Андрей Лоргус пишет как-то в своей книге одной, что есть такое мнение, что у Петра Февронии тоже не было детей. Но это вот удивительный гармонический союз. И вот это был такой гармоничный союз. Вот иногда Сергей Александрович так ее берегал, чтобы она и хозяйственными делами там в Линском немного занималась, сам много решал. Иногда мог даже ее немножко отчитать при других. И когда кто-то посочувствовал ей, она сказала: «Не надо мне сочувствовать, я достаточно сильно любима». То есть как-то вот она пыталась к нему всегда прослушивать, прислушиваться, поступать, как он советует. Иногда они скрывали какие-то свои искренние чувства, такие вот глубокие, но он признавался своему близкому другу Константину Константиновичу Романову, что он очень счастлив в браке. А когда через 7 лет она приняла православие, вот мне как раз хотелось бы немножечко вернуться, да, чуть-чуть назад. Это было для него в тот момент, счастье, когда еще была, приехала сюда немецкая принцесса Элла, и решение принять крещение, ну, сложно было для нее такое принято. Вы знаете, Сергей Александрович, это удивительный человек. Она написала: «Он меня воспитал». Это абсолютная правда. То есть семья была такое красивое, духовное, а вот он смог этот цветок вырастить и сделать так, чтобы этот цветок не погубить, и чтобы он дал такие плоды. Она видела, что он молится, читает книги, он любил Ефрема Сирина, посещает богослужение. И у него возникла такая мысль, что она очень хочет разделить с ним это. Ведь он причастие. Никогда не давил, никогда не настаивал на принятии православия. Причем удивительно, что иностранки, которые приезжали в Россию, выходили здесь замуж, они должны были принять православие. Но в отношении... Царица, да, должна была, да, только. Да, только царица. А вот великих княжон, в общем-то, там было достаточно свободно в отношении они религии. То есть браки заключались, но не обязательно было вот менять вероисповедание. Да. И Сергей Александрович даже обращался к Анну Кронштадтскому. Тот сказал: «Она сама придет». И вот он молился 7 лет. И она в 1891 году, 13 апреля, перешла в православие. Этому были очень рады. И Константин Константинович Романов, близкий друг Сергея Александровича, поэт, который написал о ней прекрасные строки. И очень был рад Александр III. Он видел, что такая искренность, глубина. Константин Константинович Романов даже немножко оскорбил. Он говорил: «Вот моя жена не перешла». Но он так радовался за Эллу, что Элла-то перешла. Надо сказать, что она своим вот таким поступком и своей любовью к православию оказала влияние даже на своих родственников, которые были в протестантизме. Например, ее племянница, тоже Алиса, она впоследствии, увидев путь тети и вот этой Марфо-Мариинской обители и ее мученическую кончину, тоже примет православие, тоже пройдет ряд невзгод. Даже будет 2 года там, по-моему, в психбольнице лежать, но она все выдержит. И тоже, как ее тетя Элла, уже только в Англии, устроит такой дом диаконис, где служили тоже, могли и княгини, тоже и простые женщины служить страждущим. То есть ее путь
вот ее звезда, она даже в семье оказала огромную такую роль. Ну, такое небольшое облачко, что отец не благословил. Вот, да. Да, вот этот она очень переход, переживала да, это. Да. Она ему так все искренне написала, что уже лицемерно оставаться в протестантизме, потому что настоящая вот моя душа, она уже в православии. Но отец написал, что ему очень больно, он не может это сделать. Но ее поддержала бабушка. Значит, английская королева Виктория, она говорила, что это хорошо, что вы с мужем будете одной веры. И Елизавета Федоровна напишет, что это большое счастье быть с мужем вот одной веры. Такое напишет она, тоже да, такие строчки. Такие, опять же, кусочек из этого письма к отцу, когда она говорила, что я хочу предстать перед Богом с чистым и верующим сердцем. Да. То есть вот никакого лукавства для нее, оно, такой игры какой-то в ее личности, она просто не умещалась, да. Вот эти качества. Потом она была твердой. Если она что-то решалась когда-то, какие бы препятствия уже не случались, она все-таки их преодолевала. И была где-то она очень тверда. Вот мы знаем ее как милосерднейшего человека, которому стольким помог. То есть сколько детей и сирот даже прошли через ее руки. Кто-то говорит, там за больше 10 лет Елизаветинского общества, там 9 тысяч сирот она как-то пристроила. На самом деле намного больше потом, потому что это были только, наверное, там, начало 900-х сведения. Но знаете, где-то она была очень твердой. Например, когда она писала царю Николаю, о том, что уже разгул терроризма, она написала, что надо смертная казнь, пусть террористы видят, что мы можем им ответить. И ни в коем случае нигде не писать о них, чтобы они не пользовались славой. Эти же террористы многие демонстративные были, типа Каляева, чтобы они все узнали. Она очень твердо писала. И вот из строк этой милосерднейшей женщины вот, увидеть, что она говорила, что нужна смертная казнь, чтобы вот пресечь такие вещи страшные, что убивают людей. Да? То есть это все вот эта твердая решительность и настоящее милосердие уживались в характере. Оля, ну вот такое трагическое событие, гибель любимого мужа. Гибель супруга, да. Уже накалялась эта обстановка, они много понимали. Он 14 лет был губернатором Москвы и попросил в 1905 году отставку. Потому что он видел, что все меняется, что уже он ничего не испугался. Он просто понял, что он не может проводить свою политику. Это был человек где-то консервативный, но где-то он писал, что очень хорошо демократические принципы самоуправления на местах, то есть поддерживал их. Но его уже приговорили. Боевая партия эсеров. И они готовили это покушение долгое время. Под видом извозчиков они следили, как он выезжает, например, из своего дома губернаторского, куда он едет. И уже была такая реальная опасность, что даже они переехали с губернаторского дома в Николаевский дворец Кремля. В 11 часов ночи они вот этих приемных детей своих разбудили, перевезли. Немножко о приемных детях скажу просто, что младший брат Сергей Александрович Павел уехал за границу, второй раз там женился. Был марганатический брак, он не мог возвращаться в Россию. И Елизавета Федоровна и Сергей Александрович стали опекунами двух детей, Марии и Дмитрия. То есть вот... хоть принял отставку царь Николай, что Сергей Александрович уходит с поста московского губернатора, но он оставил его военачальником московского округа. И Сергей Александрович очень помогал ему, царь Николай ему очень доверял. И вроде бы он уже не губернатор, но СССР они решили довести это дело до конца, потому что считали его таким врагом. Они знали, что он такой человек за сильную империю выступающий. Они следили за ним, писали анонимные письма, и уже перед смертью его анонимных писем было много. Угрожали Сергею Александровичу, Елизавете Федоровне писали, чтобы она не садилась с ним в карету, чтобы детей не брала. Но она, наоборот, и брала детей, и вместе с ним ездила, всегда пыталась рядом быть. Но в тот день, февральский день 1905 года, она ушла в один из складов своих, а он поехал в подшефный полк. Но он не успел даже выехать из Кремля. Рядом с Никольскими воротами Кремля раздался такой взрыв бомбы. Елизавета Федоровна сразу почувствовала, она сказала, это Серж. И побежала в легком платье. И практически первой была на месте вот этой трагедии, да. Оказалась. Конечно, это испытание. Вот мы говорили о том, как она была блистательной, красивой, как он ее любил, и какой крест она тоже несла. Да? Она увидела вот такое месиво из кусков своего мужа. И знаете, говорит, она сначала оцепенела, а потом
стала собирать куски тела. Многие тоже цепенели, наверное, даже ей мало кто помогал. Но она написала своей сестре, что я думала только об одном. Сергий никогда не любил беспорядок и кровь, и надо это убрать. Практически только руки, лицо и вот крест с бросками остались вот такими целыми. А все остальное, вплоть до того, что сердце принесли уже только тогда, когда погребали. Оно было на крыше противоположного дома. И человек завернул его в вафельное полотенце и принес. То есть я хочу сказать, что пришлось ей пережить. Как писала Вырубова Анна, такое было ощущение первые дни, что она все время видит вот своего мужа. Потом через день, через два она была на постоянных панихидах, она причастилась, она уже и поплакала. Но вот знаете, действительно, вместе с ним она умерла. Вот эта блистательная княгиня, принцесса, о которой мы говорили. И на третий день она отправилась в тюрьму. Да, к Каляеву. Она это хотела сделать тайно, но слухи быстро расходятся. Она с ним поговорила. Она ему как раз говорила, что Сергий меня послал к вам, чтобы передать вам, что он вас простил. Ну, на что Каляев ей ответил: я не бросал бомбу, когда вы были рядом с ним. Ее знаменитая фраза: неужели вы не понимаете, что вы убили меня вместе с ним? Вот. Она оставила ему образок, который он даже, говорит, подложил под подушку. Но он так и не покаялся и даже бравировал, говорил, что убил тирана. Перед этим Елизавета Федоровна еще была у кучера великого князя Сергея Александровича. И тому пришлось ей не сказать правду, сказать, что Сергей Александрович жив. Она потом заботилась о его семье, о его вдове. То есть, конечно, уже тогда стали говорить, что она святая, но она это слово не принимала. Вот как бы, да, писали даже Александре Федоровне, что она чуть ли не называет себя святой. И это было вот так больно Елизавете Федоровне, потому что когда-то Сергий ей сказал, что нам много дано, с нас много справится. И он все время ее оберегал от прелести. Я говорила, что он был ее духовным учителем. Он действительно в какой-то смысле сделал эту женщину. То есть, конечно, они вместе были достойны друг другу, но он очень много для нее сделал. И она очень боялась вот этой прелести. Вот, и ей удавалось вот эту красоту и положение с простотой соединить. Конечно, это была тяжелая жизнь первые годы, первое время, но она сразу как-то ушла в благотворительность искренне. Да. Ну, наверное, открытие и создание Марфмариинской обители. Она, да, наверное, как логическое шла. Такое движение было. Вот если смотреть, что в 1909 году открывается, да, она Марфмариинская обитель, в 1910 году она дает обет, вот, что она будет настоятельницей, будет служить Богу и людям, то вот получается с 1905 года, 4 года она шла к этому, и как она призналась своей приемной дочери Марии Павловне, что... Так мне не больно, так мне хорошо жить. И Сергий был рад. И она всегда сверяла свою жизнь с ним. Она говорила, вот что бы сказал Сережа. А царю Николаю написала, что я такой милости, вот, с таким человеком жила, что вот как бы мне надо теперь это оправдать, вот, что я с таким человеком рядом жила. То есть он всю жизнь остался около нее. Она даже ведь ушла в день Сергия Радонежского, это небесного покровителя своего мужа. Ну, а пока она, что она поставила крест ему, усыпальницу сделала, Сергию Александровичу постоянно была на молитвах, на панихидах, и когда она там приложилась к мощам митрополита Алексея, она почувствовала благодатную помощь, и вот с этого времени она очень почитала митрополита Алексея, всегда молилась ему. И действительно, она подошла, наверное, к такой идее, она подошла к идее создания Марфмариинской обители, при том, что... Она решила, что это будет такая обитель, что не обязательно давать монашеских обетов, но вот служение Богу через служение близких. Вот я хотела сказать, она же ведь самостоятельно устав разрабатывала, да, вот этой своей обители. Ей помогал Митрофан, да, Серебрянский, удивительный духовник. Да, вот хотелось, конечно, об этом союзе еще поговорить, об этом духовном союзе. Да, это была удивительная встреча. Она молилась, она искала, и вот такой священник из Орла, он помог ей разрабатывать устав. Она со старцами, она ездила и с иерархами, потому что сначала какой-то, кто-то критиковал ее, даже упрекнули в протестантизме, но потом извинились перед ней, разрабатывали. А Митрофан Серебрянский, он каким-то промыслом Божьим ей встретился, потому что, когда она его пригласила быть духовником и переехать в Москву из Орла, то он два раза отказывался, и два раза у него отнималась правая рука. И он уже второй раз обещал, что вот он точно приедет перед иконой Иверской Божьей Матери в Кремле. И он действительно переехал и оказал огромную
пользу, потому что она писала даже царю Николаю, что это не какой-то фанатик, я бы никогда не выбрала. Это именно научит скромности, вот такой вот ведет нас всех. И он приехал туда вместе с женой, но это был такой же платонический брак. Они дали оба обет девства, и потом она тоже обет целомудрия, и потом она стала тоже монахиней Елизаветой, а он, Митрофан Серебрянский, позднее стал Сергием. То есть Сергий и Елизавета, вот эти две семьи, эти две судьбы, у них не было детей, вот такая глубокая у них была связь и внутренняя такая, да, эта встреча, она очень его ценила. Вообще написала царю Николаю, что некоторые меня кто в гордости, кто в прелести упрекают. Но она говорит, я во всем беру благословение, слушаюсь. И как-то вот она старалась очень. Говорила, что у нас устав такой, что люди могут и мясо есть, и молоко. Но сама она после смерти мужа уже стала вегетарианкой. Она даже рыбу практически не ела. Вот. Оля, а как вот и какую вот цель она закладывала, вот, создавая Марфо-Мариинскую обитель, вот в жизни вот это сестричество, этого общины? Она считала, что вот... А служить Христу можно через служение близкому. Там была ведь и больница, и для чахоточных, и детский приют. И просто больница, куда могли простые люди прийти и получить бесплатно лекарства. Там всегда выдавали бесплатные обеды. Она сама, я уже говорила, ходила на Хитров рынок. Вот опять это ее материнская глубокая линия. Вот интересно, что когда она открывала обитель, да, было 6 всего сестер. А в 18 году, когда ее приехали арестовывать, было 105 деточек. И когда ее арестовали, она им пишет письма, что «деточки мои дорогие», и каждому отдельную записку, в зависимости от его характера, цитату из Евангелия, она их вот тоже как мать любила, их согревала, и, конечно, они ее, ну, с болью в сердце отпускали, говорят, даже они ее, ну, так вот пытались себя обнять и оградить вот этого революционного отряда, их уже штыками просто вот, конечно, их не закалывали, их просто отталкивали, но вот как бы она была им уже мать. Как бы вот такое вот материнское начало в ней все-таки очень сбылось сильно. Ну вот, наверное, последний такой этап жизни Елизаветы Федоровны, вот, препровождение в Алапаевск, наверное. Да. Уже такая была туча над родом Романовых. И когда у нее уже забрали из Марфо-Мариинской обители девочек в детдом, из приюта, она поняла, что уже близится, уже близится, наверное, ее кончина. На Иверскую икону Божьей Матери в среду Светлой Седмицы ее забрали и привезли в Алапаевск. С ней последовали две сестры, Екатерина и Варвара. Потом Екатерина уехала, а Варвара осталась до конца с ней. Там же были и другие Романовы, в частности, трое детей Константина Константиновича. Был Владимир Полей, это как раз уже от второго брака Павла Александровича. Они молились, поддерживали. Ну вот 18 июля 1918 года их отвезли на шахту полутора километров от Алапаевского, и живыми, кроме там князя Сергия, его застрелили, живыми бросили в шахту. Елизавета Федоровна упала на выступ, она не на дно упала, а на выступ 15-метровой глубины, и она была жива. Она перевязала еще голову Иоанну Константиновичу, который рядом лежал. Пела молитвы, слышалась и херувимская, и «Спаси, Господи, люди твоя». Вот. Конечно, это было ужасно. Кидали туда потом они гранаты, потом, значит, хворост огнем зажгли. Это все... Смерть их была мучительной, тяжелой. Вот. Но когда в октябре войска Колчака подняли тела Романовых, то тело Елизаветы Федоровны было нетленным. Оно немножко сохлось. И оно благоухало. Это несколько раз подтверждали. Ведь, представляете, вот ее в октябре 18 года подняли, и только в 1921 году она уже оказалась на святой земле, похороненной, как она и мечтала быть. Хотела сказать, это было такое возвращение в Иерусалим. Возвращение в Иерусалим, в храм, да? Марии Магдалины. Да. Представляете, с 18 года по 21 год ее тело путешествовало. Это тело благоухало, и когда его открыли уже в Иерусалиме, говорили, было только на правой стороне лица, а вот кровоподтек от удара. А в остальном тело, мощи были нетленные. Это видели как православные, так и ее родственники, ее сестра старшая Виктория, то есть это засвидетельствовали. И перед отъездом из Марфо-Мариинской обители она пермскому игумену Серафиму Кузнецову сказала, позаботьтесь, только по-христиански меня похороните. И вот он чудом ее с Алапаевска столько лет вез до Святой Земли, сопровождал. И он признался, что она ему являлась и управляла им.
И один раз даже человек, который с ним ночевал, знаете, это было серьезнейшее испытание. Эти гробы да, прикапывали, эти несколько тел, да, пока их до Харбина довезли. Потом после Харбина, в Харбине остались почти все, да, кроме вот, Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, их только в Иерусалим увезли. Он вез их, и столько у него было трудностей. Иногда за ними гнались и пытались отнять эти гробы. И вот, но он все-таки довез и выполнил вот это ее благословение, тоже Серафим Кузнецов, игумен Серафим Кузнецов. Так что вот она была, мы уже сказали, прославлена в 81 году, сначала в 1981 году, а потом уже нашей Русской Православной Церковью была прославлена Елизавета Федоровна в лике святых. И удивительным образом нам есть, у нас есть возможность сегодня, ну, свободно побывать в Иерусалиме, зайти в обитель Марфу Мариинскую. Да, там ее десница хранится. Там десница хранится. Вообще удивительная жизнь, удивительная судьба, но, наверное, которая дана нам в пример. Я думаю, что слова, те слова, которые она написала своему отцу, что предстать перед Господом с чистым и верующим сердцем, наверное, вот оно все так и сложилось. Ну, наверное, каждая вот эта история, ну, пример нам, и в поддержку нам, да, наверное, тем, любви, которые идут, которые свой путь еще, наш путь продолжается. Ну, вот. История любви к Богу и к своему мужу, с которым она на его именины тоже воссоединилась в 18-м году, в 1918 году. Оля, огромное спасибо за замечательный рассказ. Я думаю, что мы еще продолжим тему исповедников 20 века. Ну а сегодня, уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. И, как всегда говорим, до свидания и до новых встреч.